этого момента участники традиционного забега ждали больше часа. Огромная волна бессмертного полка сместила старт, но любители бега этим не спугнуть. Дистанция для детей и спортсменов на колясках 1,2 километра, для взрослых 10. В этом году погода способствует тому, чтобы пробежаться, получить удовольствие. Действительно, вся атмосфера располагает. Во-первых, это не чисто спортивное, даже, я бы сказал, мероприятие, а больше патриотическое такого характера. А некоторые ради забега в прямом смысле спускаются с гор и приезжают с Укскокса. Ведь время финиширования сегодня не главное. У меня отец 3 войны прошел просто в его честь. То есть мне результат абсолютно не интересует. Особенно радуюсь, что сколько много ребятишек сегодня бежали. Это просто здорово. Вот. Ну и ветераны как могут еще укрепляют боевой дух, показывают, что можно бегать, жить активно. По словам организаторов, каждый год число бегунов только растет, а кольцо победы становится неким стартом в любительский, а там и в большой спорт. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.